окончил Свердловский политехникум, а после, в 1976 году, актерское отделение Свердловского театрального училища, курс заслуженного артиста УССР К. Козлова. По воспоминаниям сокурсника Владимира Бухарова, у нас был замечательный педагог Василий Константинович Козлов, который успел выпустить всего два курса. Он умер на руках у нас с Сергеем Арцебашевым прямо посреди улицы. После репетиции нашего дипломного спектакля, он нас учил выполнять замысел режиссера и, по возможности, быть органичным на сцене. Ремеслу учил. В 1981 году окончил режиссерский факультет ГИТИСа им. А. В. Луначарского. Курс М. О. Кнебель. В 1980-1989 году. Режиссер и актер в театре на Таганке. В 1989-1991. Главный режиссер Московского театра комедий. С 1991 года. Основатель и художественный руководитель, директор Российского государственного театра на Покровке. С 2002 по 2011. Художественный руководитель, директор театра имени Маяковского. Брат. Писатель Арцебашев Александр Николаевич, 1949-2014. Сергей Николаевич Арцебашев скончался 12 июля 2015 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Прощание с Арцебашевым прошло 15 июля в доме актера, похоронен на Ваганьковском кладбище.